Ну, я поддержу тебя. Может быть. Никакой конкретики. Может быть. А мне не нравятся неконкретные люди. Приветики. Алексей, я от вас очень-очень далеко. В 2 233 км у нас расстояние. Опа-опа. Что? У кого? У кого? У меня или у него? Привет-привет. А от тебя, мамба, 58 км. У меня Московская область у меня. А ты где? У тебя КМ не показывают. Ты думаешь, что ты мой сосед? Прикинь, ты мой сосед. А, ты с центра. Где твой язык? Нету языка, вырвали мне язык. Много плохих слов говорю. Вырвали, казнили. С центра. Если ты с центра, значит, ты не можешь быть в 35 километрах от меня. Никак. Потому что я не с центром, я даже не в Москве. Но все равно я не в Москве, понимаешь? Если ты в центре, я не в Москве. У меня только до МКАДа где-то примерно 20 с чем-то км. Mm-hmm.